президент Всемирного уйгурского конгресса Далкун Иса призвал Организацию Объединенных Наций учредить должность специального докладчика, занимающегося расследованием и привлечением к ответственности лиц, использующих незаконную практику транснациональных репрессий, уделяя особое внимание китайскому правительству. Одним из наиболее ярких примеров транснациональных репрессий является дело самого Далкуна Исы, президента Всемирного уйгурского конгресса. В течение 20 лет он разыскивался Интерполом как террорист, что привело к его аресту, содержанию под стражей, допросам и унижением на границах многих стран, включая Европейский Союз. Транснациональные репрессии – это инструмент, используемый авторитарными режимами по всему миру для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Крайне важно, чтобы международное сообщество осудило эту практику и приняло соответствующие меры для решения этой растущей проблемы, затрагивающей диссидентские сообщества. По случаю презентации своей книги «Китайская ловушка свободы. Моя беглая жизнь» в Вестминстере, Далкун Иса призвал к созданию специального докладчика по вопросу о транснациональных репрессиях в ООН. Этот шаг имеет решающее значение для того, чтобы виноватые в этих незаконных действиях были привлечены к ответственности. Глава МИ-5 заявил, что деятельность Китая по онлайн-шпионажу достигла гигантских масштабов. Заявив, что китайские шпионы тайно связались с более чем 20 тысячами человек в Великобритании, Маккаллум предупредил страны и компании о безопасности их коммерческой тайны. По вопросу китайской угрозы встретились представители Западного разведывательного альянса «Пять глаз», то есть руководители силовых ведомств США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Глава МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что более 20 тысяч человек в Великобритании были в контакте с китайскими шпионами. Он отметил, что предупреждены десятки тысяч британских компаний о том, что их новые технологии могут быть украдены. Премьер-министр Временного правительства Пакистана Анварул Хак Какар и китайский лидер Си Цзиньпинь подтвердили непоколебимое партнерство между Пекином и Исламабадом, подчеркнув укрепление двустороннего сотрудничества. Согласно заявлению, сделанному канцелярией премьер-министра Пакистана, Какар, прибывший в Пекин в рамках форума «Один пояс, один путь», встретился с лидером Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. В ходе встречи Какар и Си Цзиньпин договорились укреплять и углублять диалог на высоком уровне и обмениваться мнениями во взаимных интересах двух стран, подтвердив при этом непоколебимое партнерство между Пекином и Исламабадом. Китай отреагировал на доклад Министерства обороны США, в котором содержатся оценки потенциала ядерного оружия, утверждая, что доклад искажает факты и что Китай не участвует в гонке ядерных вооружений ни с одной страной. В ежегодном докладе Пентагона о состоянии Китая в области обороны и безопасности говорится, что Пекин располагает более чем 500 боеголовками, что превышает предыдущие оценки. В докладе прогнозируется, что количество ядерных боеголовок Китая достигнет 1000 в 2030 году и что он продолжит наращивать свой ядерный потенциал до 2035 года. Министр иностранных дел Японии Камикава Йока заявил, что он продолжает поддерживать решение о двух государствах в Палестино-Израильском кризисе, заявив, что приверженность Японии к Палестине никогда не изменится. Камикава выступил на состоявшемся в Египте Каирском мирном саммите с участием глав государств и правительств, где обсуждались события в Газе. Напомнив, что японское правительство объявило на этой неделе о намерении направить сектору Газу чрезвычайную гуманитарную помощь на сумму 10 миллионов долларов, Камикава сказал: «Это первый шаг помощи. Мы оцениваем объем помощи, исходя из потребностей на местах».